Друзья, всем привет. Сейчас середина апреля. Самое удобное время, чтобы профилактическую чистку кондиционера произвести. Буду чистить вот этот занусе. Сейчас покажу, какой там налет пыли грязи за год образовался. Ну вот, посмотрите. Очень хорошо видно, как радиатор залеплен. То есть такой кондиционер нормально функционировать не будет. Сейчас будем это все мыть. Итак, чтобы снять вот этот вот защитный кожух, надо открутить несколько винтов. Раз, два, и вот там сверх, три, четыре. Ну вот смотрите, чтобы добраться до вот этой панели, мне пришлось открутить крышку, потому что здесь еще вот скрытые винты. Ну вот так выглядит уже кондиционер со снятой крышкой. Теперь я буду снимать вот этот вентилятор, буду полностью его снимать, раскручу вот эти два винта. А вот думал, как отсоединить провода, то есть думал, колодка здесь, но все довольно-таки запутано. Точнее, не запутано, неохота возиться, поэтому просто скину полностью этот блок и вот здесь сбоку где-то на стене повешу, чтобы туда вода не попадала. И чтобы удобно было мыть. Крепежных элементов тут немного. Да, походу, вот эти два винта, еще сверху, наверное, застежка будет. Крепеж довольно простой был, то есть вот здесь два винта, и верхняя часть, она просто как бы посажена, то есть ее чуть вверх подаем и высвобождаем уже от зацепа. Привет! Ну вот и все, кондиционер подготовлен к помывке. Блок с вентилятором я привязал за обычную там алюминиевую проволоку, чтобы не напрягать основную магистраль проводов. Сейчас положу верхнюю крышку, чтобы вода на верхний блок другого кондиционера не попадало. Нанесу раствор и все, начнем. Перед тем, как его основательно мыть, сначала намочим. Ну, еще хотел сказать, что отключил я от электричества, то есть напруги здесь нет, поэтому работаем безопасно. Видно, какая вода у нас льется. Чтобы лучше очистить, я возьму обычное средство для очистки. Окон. Стекол. Прошло 5 минут. Продолжаем. Теперь напор нормальный. Видно, как по стене пробивается. Ну, видно, что я пробиваю все вот эти ламели. А вот. И по стене течет грязь, пух, ну, которые забили. Ну все, кондей помыт. Дали ему немножко просохнуть. Минут 10 он постоял. Все нормально, он на просвет даже видно. С этой стороны тоже все чисто. Ну, более-менее подсохло. Начинаем собирать в обратной последовательности. Ребят, ну, в общем, помывка кондиционера у меня заняла где-то, наверное, минут 40-50. Это вот от начала до конца. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Давайте, пока.